Скорик Микола Леонідович, 72 974 голоси виборців. Труханов Геннадій Леонідович, 93 921 голос виборців. Так, відповідно пункту 10 протоколу Одеської міської територіальної виборчої комісії Одеського району Одеської області про результати голосування з виборів Одеського міського голови в єдиному одномандатному виборчому окрузі найбільшу кількість голосів виборців у єдиному одномандатному виборчому окрузі набрав кандидат на посаду міського голови Труханов Геннадій Леонідович. Результат однаково во всех районах Одессы. Геннадий Труханов – лидер. Геннадий Леонидович убедительно выиграл. Вы сегодня слышали, что разница составляет 21 тысячу голосов. При этом надо бы отметить, что выиграл во всех районах города Одессы. Дальше жизнь в городе продолжается. Мы будем заниматься развитием нашего города. И это очередное подтверждение того, что господин Труханов действительно настоящий мэр Одессы. Это третья каденция Геннадия Труханова. Депутаты горсовета говорят, планы на будущее уже сформированы. Необходимо их просто выполнять. Приоритетные направления определены 6 лет назад. Мы будем придерживаться старому плану развития города Одессы.